Любите 8 марта? Очень. А это праздник? Это очень праздник хороший для мужчин и для женщин. В ожидании 8 марта? Да, конечно, ожидаю с нетерпением, чтобы сделать подарок любимым женщинам. Если честно, еще не придумал. Ну, можете, у вас есть отличный шанс сейчас придумать. Не знаю, мишки, может быть, мишки из цветов. По-моему, очень прикольно. Любите 8 марта? Нет. Почему? Много дарить приходится. Приближается 8 марта, для вас это праздник? Конечно, праздник. Надо дарить подарки? А я считаю, обязательно надо дарить подарки, чтобы радовать своих близких, родных, знакомых. Я считаю, это обязательно. Нужно дарить в этот день цветы и радовать женщину? Ну, не только цветы. Я лично подарю лотерейные билеты и еще цветы. А почему лотерейный билет? А там много всяких призов. Вдруг приз какой-нибудь богатый будет, мало ли.